Уже больше 35 лет прошло со дня смерти выдающегося советского артиста, которого миллионы его поклонников знали как Андрея Миронова. А ведь эта фамилия была для актера не совсем настоящей. Артист родился в творческой семье Александра Минакера и Марии Мироновой. Под фамилией отца мальчик и пошел в школу и проучился там 2 года. Однако в 3-й класс пришел уже не Андрей Минакер, а Миронов. Дело в том, что в те годы, в конце 1940-х, в обществе царили непростые настроения. И родители решили не выделяться, поэтому и скрыли редкую фамилию. Впоследствии актер уже не возвращался к тому варианту, что использовался в его отцовском роду. А вот его наследница сейчас подписывается в соцсетях как Мария Миронова Минакер.